конечно, изумительный оркестр, и он аккомпаниатор просто суперпрофессиональный, то есть вообще никаких не было ни в одну секунду каких-то проблем, что, знаете, вот бывает, что там какое-то несовпадение с дирижером, все, в общем, все прошло абсолютно шикарно. И я очень рад, что я играл концерт Шопена. Вот. Потому что я, в принципе, считаю, что, то есть, как бы считается, что здесь оркестр не важен, а в действительности, мне кажется, что оркестр там очень много меняет, и он дает вот эту подушку звуковую, на которой очень легко, так сказать, рассыпать все эти пассажи. И я его могу играть сколько угодно. Он мне никогда не надоедает.